воздушных акробатов. Акробаты, воздушные акробаты, полетели. Вот это да, друзья. Это, конечно, супер. Супер, супер, супер. Конечно, и постарше, друзья мои, и помладше. Настоящие летающие дельфинчики, настоящие воздушные акробаты. Вот это да! Это, конечно, да, друзья мои. Это просто супер! Настоящие летающие воздушные акробаты в большом голубом бассейне, в большом прекрасном месте. Живописное место, большой отлив, самое чудесное. Много что бывает, много что происходит. И самое невероятное, что жарким летним днем замерзает холодный зимний лед. Ну, конечно же, летом охота немножечко освежится. Охота немножечко зимней прохлады. Есть у нас прохлада. Настоящий холодный зимний лед. Для настоящих фигуристов, смотрите-ка, скользит одновременно 550 килограмм хорошего настроения и положительных эмоций. Летим, летим, летим. Скользим, скользим, скользим. Вот это да! Этого не может быть! Этого не может быть, чтобы летом замерз холодный лед! Вы не верите, но согласитесь, настоящее фигурное катание с элементами танцев, друзья! Огромный рок-н-ролльщик танцует рок-н-ролльщик! Вот это да, друзья мои! Это Фрэнки! Фрэнки 330 килограмм! Фрэнки! И его маленький товарищ, и его друг Лючок-червячок! Вертится как волчок, друзья! Еее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 eee Замечательно, друзья, конечно же, под аплодисменты, настоящие, замечательные, супер-супер фигуристы. Ну а я, ребятушки, спешу поближе к вам, спешу для того,